Друзья мои, я вас, как всегда, безусловно, приветствую на канале Донати. Перед вами телефон Xiaomi, и в этом видео мы будем учиться раздавать интернет с телефона Xiaomi на компьютер, на ноутбук, на планшет, на другой телефон, куда-либо ни было, на приставку, да, даже, ну, я имею в виду на консоль игровую, неважно. Как создать точку доступа на телефоне Xiaomi? У вас закономерный вопрос, скорее всего, возник, на каком телефоне Xiaomi это получится сделать. Я буду показывать на примере Xiaomi Redmi Note 7, вы сможете повторить, допустим, на популярном сейчас Redmi Note 9S, на Redmi Note 9 Pro, на Mi 9T, на Mi Note 10 Lite, да, в общем, на любом Xiaomi линейке Redmi, Mi, Pocophone и так далее. Какая у меня версия MIUI, давайте я вам покажу. 11.01 на сегодняшний день, это делается, как я показываю в этом видео. Вы не забывайте поставить лайк этому полезному контенту, абсолютно бесплатному, который помогает людям. Мы с вами отправляемся в настройки, соответственно, и здесь идем в подключение и общий доступ. Здесь будет много всего, и обычно люди пытаются раздать интернет, отправляя сим-карты и мобильные сети, в принципе, что логично на телефоне Xiaomi, да? По сути, должно быть так. На самом деле нет. Подключение и общий доступ. Точка доступа Wi-Fi. Отключено написано, как видите, да? Точка доступа Wi-Fi. Мы включаем этот параметр. Да что ж ты будешь делать? Итак, точка доступа Wi-Fi активирована. Я сейчас возьму второй телефон и проверю, так ли это. Во-первых, можно настроить точку доступа, можно изменить пароль, да, вот, пожалуйста, пароль, имя и так далее. Сейчас мы проверим, реально ли создалась точка доступа или нет. Найдет ли другой телефон в качестве Wi-Fi точки доступа, да, этот телефон под именем Donati. Мы отправляемся в настройки, чтобы это проверить. Идем в подключение. Идем в Wi-Fi. И здесь у нас сейчас Huawei. Опа! Появилась Donati. Мы вводим пароль, который здесь у нас, вы видели, да? Где настройка точка доступа. Там есть пароль, можно его изменить. И подключиться очень легко, друзья. И просто, как вы сейчас сами убедились, видели, я вам показал. Пользуйтесь. У меня есть такой же способ на телефоне Samsung, потому что действия отличаются, есть на любом Android, посмотрите на канале, не забывайте ставить лайк этому полезному контенту, тем более, если, друзья, он вам помог, если у вас что-то не получилось, обязательно напишите в комментариях модель своего телефона Xiaomi, и я сниму для вас, возможно, видео, в котором покажу, как это сделать 100%, потому что, конечно, версии MIUI отличаются, действия могут немного отличаться, время не стоит на месте, оно скорее идет вперед. Да? Если вы смотрите это видео через 2 года, не удивляйтесь, если способ уже недействителен, потому что MIUI, скорее всего, переработали и изменили. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы когда на канале Донати вышло новое видео, вам пришло об этом оповещение, уведомление и так далее. А мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время скоро, безусловно, и снова увидимся.